Маша. Сегодня мы продолжаем учиться читать. Угадалы, поехали! Онива! Итак, буква П. Прочитаем ее с гласными. Па. Пи. По. Пи. Пи. Ап. Ип. Оп. Уп. Па-ап. Пи-ип. По-оп. Пю-уп. Теперь перемешаем согласные. Па. Оп. Фи. Пю. Жа. Молодцы! А теперь возьмем букву Т. Та. Ти. То. Тю. От. Ти. Ит. То. От. Тю. Ит. А теперь помешаем немножко согласные. Та. То. Пю. От. Молодцы! А теперь возьмем звук К. Во французском языке он обозначается двумя способами. Буквой С и буквосочетанием КЮ. Смотрите. К. К. Ко. Ак. Ик. Ак. Ик. Ки. Ке. Ка. Ак. Ко. Ак. К. Ик. Ки, ке, ко. Молодцы! Кстати, ки значит кто. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Встретимся на следующем уроке. Обеду, до скорого! Молодцы! Кстати, ки значит кто. Ой, кто?